Фестивальная деревня – это то место, где можно встретить гостей кинофестиваля, пообщаться со звездами, взять у них автограф или сфотографироваться, узнать немного нового о создании кино и, конечно, отлично провести время. Не формат. Это понятие подходит для каждой зоны деревни. Вот знаменитый артист Семен Стругачев. Совершенно в свободном доступе смотрит на море, общается со зрителем, отвечает на вопросы и раздает автографы. Сам дальневосточник, он много лет назад уехал на Запад. И фестиваль для него – повод встретиться с родными и любимыми местами. Мне очень нравится. Город изменился, конечно, в лучшую сторону. Очень красивый стал. Море замечательное. Да нет, я просто так как бы в свою молодость так проникся сейчас. Вспоминаю, как я здесь ходил по улицам, некоторых даже не узнаю. Видеорумы, открытые киноплощадки, мастер-классы и выставки. Впрочем, кто-то и хотел пройти мимо, а получилось, что приобщился к высокому. Если не к кино, то к литературе. Мы отдыхаем с друзьями несколько дней назад. Я, так сказать, увидел это дерево и просто практически каждый день здесь валяемся, книжки читаем. Ночью отоспаться не получается, хоть отдохнуть здесь. Приятный вид на море, можно подумать о чем-нибудь. Оторвавшись на мгновение от страниц книги, рядом можно встретить звезду. Шатер киноавтограф – это место, где звезды зажигают, а журналисты их здесь ловят. А если поблизости нет звезд, то сам можешь прославиться. В шатре работает проект «Две минуты», где каждый может попробоваться в роли актера, а потом увидеть себя на большом экране. На пару минут человек оказывается участником некоего кастинга. То есть он может почувствовать себя актером и рассказчиком. Любую интересную историю можно рассказать, историю о себе и кино, о себе, возможно, и фестивале. Я думаю, что таких людей уже много, которые в течение 10-11 лет постоянно посещают фестивали. Зона видеоарта – особое пространство, где режиссеры из стран бывшего Советского Союза рассказывают о своем видении темы «Дети третьей культуры». Люди могут здесь ознакомиться с современным искусством, могут посмотреть, как-то обогатиться в духовном плане, посмотреть. Каждый для себя найдет что-то свое. Если честно, то есть сюжет я не понял, мне просто интересно было посмотреть Москву. Я, во-первых, судя по всему, что я ничего не упустил, если я начал смотреть середины, но я ничего не понял. Ничего. Если кто-то не понял идею, в фестивальной деревне есть сотрудники и волонтеры, которые всегда могут объяснить. Девиз фестиваля – кино для всех, кино для каждого, и оно должно стать ближе к простому зрителю. Именно для этого и существует фестивальная деревня. Екатерина Федорова, Сергей Лемыцких, «Панорама».